только не выключай, я ему расскажу, что это мы делаем. Значит, это есть резиновые валики, уже если видели для фактурной штукатурки. Мы модельную массу, может чуть дальше отойти, чтобы видно было, значит, фактурный валик резиновый, модельную массу нанесли, положили клеенку, и этим фактурным валиком резиновым сделали рисунок. И клееночку оставили на сутки. Потом клееночку сняли и получили вот такую оригинальную фактурку. Да, тоже можно сказать, что это как имитация. Ну, кому-то, как по мне, тоже какой-то рептилий, да. Потому что здесь видно даже клееночки такие интересные. Прожилочки, вот здесь тоже видно. Ну, здесь видно такие. Вот. Так что будете экспериментировать. Мы дальше в программах покажем, как, ну, я принесу эти валики и еще акцентирую внимание на будущее. Ну, на будущее. Все начало.